Здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня 25 апреля, мы находимся вновь в Сайраме и продолжаем наш опыт по применению удобрения Натурамин на клубнике. Вот она, наша грядка. Можете посмотреть, в каком сейчас состоянии растения. Мы давали, кстати говоря, железо. Тут в прошлый раз опрыскивали, да, комплекс микроэлементов. И, как видите, сейчас листья стали получше, то есть вот эта бледность, она ушла, то есть в общем массиве тоже видно. И можете посмотреть, сейчас вот уже плоды такие, они сейчас активно наливаются, увеличиваются в размере, но также вот можете посмотреть, цветение продолжается, активно растения цветут. И сегодня мы в очередной раз обработаем эту грядку удобрением Натурамин ВСП. Но опять-таки добавили сюда комплекс микроэлементов от Буйского завода, в котором уже все содержится: железо, бор, медь, марганец. В основном все в хелатной форме, для того чтобы хлороза у нас не было, там железа много. И сейчас обработаем и будем следить дальше, как будут развиваться наши растения на этой грядке и на остальном участке. Ну, как видите, сейчас растения в неплохой форме, плоды завязались и продолжается цветение.